Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Давайте померяем. Сейчас. 36,6. Именно так начинается каждый рабочий день сотрудников кинотеатра «Товарищ». Обработка рук, измерение температуры тела, визуальный осмотр. Все под роспись в журнал. Маска в кинотеатре теперь обязательный атрибут как для специалистов, так и для посетителей. С учетом нынешней обстановки нами были приняты дополнительные меры безопасности, приобретены антисептики, установлены возле кассы, на контроле, возле каждого зрительного зала. Уборка в нашем кинотеатре производится в соответствии с графиком каждые 2 часа. Обработке здесь подлежит чуть ли не каждый уголок. Ручки дверей, барные стойки, столы, кресла, перила. Особое внимание 3D-очкам. Их после каждого сеанса моют в специальной машине. Затем еще обрабатывают ДЭС-средством. Зрителей рассаживают в шахматном порядке через 1-2 места. При этом сиденья не перечеркивают, как, например, в поликлиниках. Места согласно купленным билетам. На кассах посетители просят соблюдать дистанцию. На полу нарисованная разметка. Кругом таблички с напоминаниями. Санитарные меры соблюдают и в кинотеатре «Мир». Дополнительно кропотливо обрабатывают развлекательную зону. После посетителей кии обрабатываются, ракетки обрабатываются, шары бильярдные и настольные шарики настольного тенниса. Обрабатывается столик к игровой приставке, сама игровая приставка и джойстики. Пандемия нанесла мощный удар по киноиндустрии. Мировые премьеры сдвинулись в прокате уже несколько раз. Например, «Форсаж 9» и «Черная вдова». Выход последнего был намечен на весну, затем на ноябрь. Теперь фильм увидит свет лишь в мае 21-го. То же касается «Форсажа». Сегодня же кинотеатры предлагают молодежные комедии «Глубже» и «Любовь без размера». А на днях состоится премьера «Ведьмы». Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.